Друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне за ваш вибір. Він є абсолютно правильним. Також вкотре звертаємось до вас із закликом, власне, підписатися на наш ютуб-канал, залишити коментар під цим відео і поставити йому вподобайку, лайк. Ну і у нас є ще одна опція, вона називається спонсорство. Вже частина наших глядачів з нею дуже добре знайома. Ви можете допомогти нам продовжувати створювати продукт, який ми створюємо. А ми вам за це, по-перше, будемо вдячні, а по-друге, віддячимо ще одним чином. Значить, у нас є певні бонуси, передбачені для вас. Втім, усі подробиці на головній сторінці нашого ютуб-каналу. У нас цікавий гість сьогодні. Марат Гельман, галеріст, публіцист, арт-менеджер. Здравствуйте, Марат, рад вас привітати. Добрий вечір. Огромное спасибо, что нашли для нас время. Вы знаете, на Financial Times сегодня вышла весьма любопытная статья. Значит, о чем пишут журналисты? Они пишут о том, что значительная часть ведущих экспертов по внешней политике считают, что Россия станет страной-неудачницей или, внимание, распадется до конца текущего года. Значит, из 167 экспертов, которых опросил Атлантический совет, 46% заявили, что крах или распад России может произойти в ближайшие 10 лет. Пишет, еще раз подчеркну, Financial Times. 40% экспертов указали на Россию как на государство, которое распадется по ряду причин. В частности, из-за революции, гражданской войны или политической дезинтеграции. Что вы думаете по этому поводу? Ну, в первую очередь я хочу сказать, что слово «распад» с таким с негативной коннотацией, да, что это распад, это разложение, это что-то плохое, мне кажется, неправильно. То есть речь идет, конечно же, о том, что многие регионы должны, ну, освободиться от власти Москвы, от Московии. Надо сказать, что и до Москвы, до войны антимосковские настроения были, но просто Кремль держал их в узде, у него было много для этого ресурсов, и в первую очередь он назначал губернаторов, то есть назначал, да. Поэтому я бы сказал так, что многие вот этот процесс появления новых стран, молодых стран на территории Российской Федерации, ну, приветствуют, и я в том числе. То есть я считаю, что это не распад, а это создание нового на территории распавшейся империи, умершей империи. То есть речь идет о том, что та страна, которая сегодня есть, она просто кончится, и на этой территории с этими же людьми начнется какая-то новая история. И эта новая история, может быть, будет более радостная и для жителей, и для соседей, и так далее, и так далее. Что касается того, насколько это вероятно, как сценарий, ну, это зависит, конечно, от многого, но мне кажется, что больше 50% вероятность. И это связано с тем, что вот эти экономические санкции, они же, ну, действуют не мгновенно, но в какой-то момент они поставят каждого губернатора, каждого руководителя региона перед очень тяжелой ситуацией. Общение с людьми, которые потеряли работу, у которых нет денег на прокорм, и которых уже... условно говоря, у которых в голове холодильник победил телевизор. И тогда кажется, что снятие санкций является единственным выходом для этих регионов, просто для выживания. А это возможно, только отделившись. Ну, представим себе Татарию. У них есть нефть, у них достаточно богатые недра, но к этим недрам нет доступа, а в тех случаях, когда есть, они покупаются там вдвое дешевле. И им стоит только собраться вот этому их курултаю или собранию и объявить о выходе из Российской Федерации, и они как бы выходят из-под санкций. Тут же становится целая очередь желающих купить нефть и решить инвестировать и так далее, и так далее. И то же самое будет в многих других регионах. Поэтому я думаю, что освобождение регионов я надеюсь, будет не результатом именно гражданской войны, а результатом чисто экономической необходимости. То есть другого выхода не будет. И если вдруг Кремль захочет этому препятствовать, то тут уже сыграет роль, конечно, то, что к этому времени поражение в украинской войне сделает армию, ну, отдельным субъектом.
И армия должна будет сказать, что мы со своим народом воевать не будем. Вот так я это вижу. Вижу этот вариант как наиболее вероятный. Вижу и другие варианты, гораздо более мрачные, когда все-таки вот этот процесс превращения страны в абсолютно тоталитарное, военизированное такой организм, этот процесс завершится быстрее, чем поражение в войне, и тогда, да, тогда единая Северная Корея, в которой несчастное население, и которое является еще одной угрозой всему миру, как Корея, Иран. И такой вариант тоже, к сожалению, есть. А вы думаете, что люди, или же не люди скорее, да, силовики, которым сейчас ничего не мешает на площадях избивать беременных женщин, стариков, детей, они скажут, мы самостоятельная единица и армия с народом? Ну, вы знаете, ну, я предполагаю, что ситуация сильно поменяется после поражения армии Российской Федерации в Украине. То есть дело в том, что ведь и сейчас многие, кто там недоволен Кремлем, они бы спокойно, если бы действительно удалось этот блицкриг, они бы, в общем-то, были бы рядом. Они видят, что Россия сегодня слабое государство, которое мало того, что взяло на себя роль злодея, оно еще взяло его, условно говоря, имея абсолютно ложные представления о собственных возможностях. Вот. И я думаю, что после поражения каждый из них будет думать о собственной шкуре, о завтрашнем дне. Дело в том, что в моральном смысле путинская Россия уже проиграла. Что это означает? Это означает, что каждый человек, сегодня принимающий серьезное решение, понимает, что рано или поздно это будет оцениваться победителями Путина. Рано или поздно. Да, можно, может быть, и 10 лет. Я не исключаю, хотя считаю, что это слишком большой срок. Но рано или поздно это будет. И вот когда каждый из них примеривает это на себя, и когда, я надеюсь, что будет грамотная политика мирового сообщества, которая позволит им, ну, условно говоря, сдаваться, ну, иметь что-то при этом. То есть, условно говоря, вот мы знаем, что вчера там какого-то бывшего чиновника, из бывшего мэра, кажется, Севастополя, который там ушел из власти, ушел отовсюду, уехал на Кипр, с него сняли санкции. Это очень важно. Там, может быть, этот человек сам не важен. Важно, что всем этим людям надо показать, что если ты переходишь на сторону добра, да, конечно же, все тобой содеянное учтется, но и сам этот переход тоже учтется. Вот. Поэтому я думаю, что армия, на которую попробуют навесить всех собак, уже сейчас вешают всех собак, получит свою субъектность и будет думать о собственных интересах. И вот эти люди, они, условно говоря, скажут, что мы не будем воевать с народом, то есть высокие слова, не потому что они добрые христиане, а потому что это им выгодно. Смотрите, а что этому, в принципе, может предшествовать? Потому как частично вы ответили на этот вопрос. Но вот журналисты обращают внимание и, собственно, ссылаются на аналитиков Атлантического совета с тем, что революция, гражданская война или политическая дезинтеграция. Разделяете вот такую оценку? Ну, последнее. Значит, что касается революции, она возможна только в одном случае. То есть, если Путин будет делать ошибки, и он закроет границы. То есть, все-таки сегодня они научились, опыт Венесуэлы показал, что там, где власть, которая уже вообще держалась непонятно на чем, там весь парламент выступил против президента, но он удержался только из-за одного. Двери полностью открыты, все недовольные могут уехать. Соответственно, с учетом того, что
пока эти двери открыты, то есть я не вижу какого-то силы внутри страны, которые бы сделали революцию. Значит, протестные настроения будут, естественно, повышаться, когда начнут работать экономические санкции и разрушаться экономика. Но эти протесты, как мне кажется, скорее ну, некий такой фактор, сыграют роль фактора, они превратятся в революцию. Например, Путину может оказаться в какой-то момент уже не до войны с Украиной. Если протесты будут большие, и их надо будет, с ними надо будет как-то внутри страны, да, то уже он готов будет, там, я не знаю, под каким видом, потому что это все-таки понятно, что для него удержание власти – это сегодня важнейший критерий. Вот. То есть поэтому революция, я думаю, что нет. А вот эта так называемая политическая дезинтеграция, да, я, как я уже говорил, это и то, что у каждого... То есть фактически каждый, когда становится плохо, то своя рубашка ближе к телу, это касается и каждого человека, каждый думает о себе, и каждого региона, да, и каждый регион начинает думать, а могу ли я спастись таким образом. Вот. Поэтому, скорее всего, и вот это то, что я говорил, что армия теперь будет не инструментом Кремля, а собственной политической силой. И вдруг там какой-нибудь Совет Федерации, который, казалось бы, нам вообще ну, спящий, да, институт, вдруг проснется, и у него появятся собственные интересы. То есть вот это в таком виде, вот эта политическая дезинтеграция, ну, я ее вижу, по крайней мере. Я представляю себе в лицах, как это происходит. В отношении открытых-закрытых дверей, то бишь границ, да. Украинская разведка сообщает о том, что 15 января возможна вторая волна мобилизации в Российской Федерации. До этого руководитель украинской разведки господин Буданов говорил о том, что, возможно, Путин, помимо того, что объявит о мобилизации, еще и закроет границы. Скажите, пожалуйста, к чему все это может привести? Ну, то есть усилит ли как-то положение российской армии на фронте? Первое, и как это в целом может помочь? И второе, вот самое интересное для меня, это процессы внутри страны. Ну, вообще надо сказать, что Путин совершил, вот начиная с 24 февраля, любое действие Путина идет во вред им. Поэтому сейчас у него такая ситуация, без мобилизации он не может, а мобилизация принесет ему как бы еще серьезнейшие проблемы. И поэтому, будет он это делать или не будет, я не знаю. То есть у меня такое ощущение, что у него уже нет выхода, он должен это делать. И эта мобилизация будет. Мне просто кажется, что она не будет до 15 января, а будет после 24 февраля. Но в целом, сейчас ему для того, чтобы собрать еще 300 тысяч человек, ему даже не нужно объявлять мобилизацию, у него юридически все возможности для этого есть. Это будет, конечно, то есть вообще любой его шаг – это шаг к поражению. Но вот этот шаг будет вынужден. Но мне кажется, что перед этим он должен… У него сейчас основная проблема – это разница между фронтом и тылом. Mm-hmm. То есть как бы в тылу идет какая-то, ну, условно говоря, нормальная жизнь, да, там, неважно, как мы сейчас к этому относимся, но люди не воюют в тылу, да, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, люди не на войне, а там идет фронт. У него сейчас задача интегрировать, то есть все для фронта, все для победы. Он должен изменить структуру общества, ну, извини меня, там тысячи директоров музеев, кинозалов, театров, это все люди из прошлого, из того прошлого, там, в котором я был там директором музея, да, то есть они не, то есть им надо поменять огромное, то есть им надо реально превратить Россию в воюющую страну. И после этого мобилизация. Ну, мне кажется, что они будут думать над тем, чтобы там 24 февраля в годовщину вот этого СВО, ну, признать, что да, это мы начиналось как спецоперация, но сегодня отечество в опасности,
сегодня так получилось, что там, ну, неважно, что они будут говорить, там весь мир, НАТО. И вот, то есть, фактически он не может, не то что выиграть даже этой войны, он не может продолжать эту войну, не изменив все внутри страны. И это, конечно, ну, там, граждан России это, конечно, должно пугать, и все больше и больше людей должны желать покидать страну, ну, тех, кто какие-то содержательные. Если он в результате закроет границы, как... Дело в том, что у меня нету, конечно, никаких данных, в отличие от разведки. Вот. Но если они планируют закрыть границы, ну, это будет еще одна фатальная ошибка. Дело в том, что все ученые показывают, что, знаете, на усиление репрессий существует три типа реакции. Уйти, протестовать и быть лояльным. Так вот, вот это вот лоялизм, он более-менее константа. А возможность уехать и протестовать обратно пропорциональная. То есть, чем меньше возможность уехать, тем больше желание протестовать. Даже это любопытно. Вы знаете, какая сейчас ситуация в Солидаре, под Солидаром и так далее. И по этому поводу сегодня Институт изучения войны написал следующее. Основатель и куратор ЧВК Вагнер Евгений Пригожин использует сообщение об успехах в Солидаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы. На что таким образом Пригожин рассчитывает? Фу, ну, мне кажется, вот это два разных вопроса, что ли. Но первое, что сейчас происходит в Солидаре? Ну, то есть они хотят, им нужна хотя бы одна символическая победа. Тот, кто эту победу принесет Путину, тот получит все. Потому что для Путина сейчас война – это главный бизнес его, и, соответственно, тот получит много денег, много всего. Здесь даже важно именно, кто доложит первый. Поэтому они... многие не понимают, зачем они соревнуются в том, чтобы, еще не сделав, объявить, что они уже там. Ведь это же потом рикошетит им с отрицательно. Они просто боятся опоздать, что кто-то другой раньше доложит. Вот. То есть это, конечно, очень большая ставка. Вот тот, кто первый доложит Путину, что наконец-то есть какая-то там первая победа, тот получит большой выигрыш. Что касается фигуры Пригожина и дальше, то есть это серьезнейший вопрос. Дело в том, что Путин, он, ну, начиная с 1 июня прошлого года, когда приняли новую конституцию, собственно говоря, начал разрушать государство. То есть что это? Все институты начали разрушаться, и все держится на том, что есть вот Путин. И есть Россия. Нет Путина, и все, и больше ничего нет. Нечего будет сохранять. Соответственно, так как сейчас страна думает о неком таком транзите, да, то сразу же появляются модели. А что может случиться вместо государства? И вот есть четыре таких модели. Каждая из них, она символизируется какими-то фигурами. Там, да? Значит, ну, первые две модели, они были с 2014 года, и Путин их часто использовал. Это Чечня и ДНР. То есть вот есть русский мир, анархия, и вместо права, вместо государства, это вот, ну, условно говоря, право вооруженного человека. То есть доброе слово плюс пистолет лучше, чем просто доброе слово. Там закон не важен. То есть это страшная вещь, потому что эти люди, они же приезжают из ДНР в Москву, и они также живут. То есть, да, это целая философия. Вторая Чечня – это муштра, это личная преданность. То есть вот я строю армию, она построена на личной преданности, там, не знаю, Кадырову, и вот это и есть модель для будущей страны. То есть тот, кто там договорится о личной преданности всех силовиков, тот и будет власть. И власть будет чисто, чисто военная. Кадыров… То есть Пригожин – это третья система, это криминал со своими понятиями. Он тоже, и вполне, кстати, ну, это реальная ситуация. Да? Криминальный мир, он живет, у него есть иерархии, у него есть общаки, то есть бюджеты. То есть это
фактически Пригожин предлагает не только себя, но он предлагает некую систему законов, понятий для будущего. Да? Ну и есть, собственно говоря, сам Кремль. Те люди, которые до этого времени шли с Путиным, и которые, ну там Патрушев, вся эта, которые сейчас, конечно, напуганы и ДНРовцами, и Кадыровым, и Пригожиным. И вот эти четыре модели будущей России, как им кажется, значит, они сегодня соревнуются и набирают, ну, мышцы, силу. И понятно, что если Пригожин сегодня принесет вот эту победу, то он получит там деньги на новых людей, на новое оружие, он как бы себя усилит. Но я-то считаю, что вот у них ничего не получается. Все, что они планируют, и все это у них получается ровно наоборот. Поэтому в целом мы с вами должны, ну, так, не то чтобы радоваться, но с удовлетворением смотреть на то, как вот эти четыре модели конкурируют между собой, и это делает более вероятным то, с чего мы начали сегодня. Конечно. То есть поиск регионами независимости от Москвы. Вот всей этой Москвы, в которой есть и Кремль, и ДНР, и Пригожин, и Кадыров. И, по сути, вот это все может привести к тому, что мы уже с вами обсуждали. Да, абсолютно. Я бы хотел вас также спросить еще о союзниках России, потому как сегодня, значит, Никол Пашинян, это премьер-министр Армении, сделал интересное заявление. Он сказал буквально следующее. В последнее время Азербайджан во время контактов с западными коллегами обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана. И они, азербайджанцы имеется в виду, предпринимают превентивные действия. Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту. Я констатирую, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и наоборот создает угрозы безопасности. Также сегодня стало известно, что Армения отказалась принимать участие в рамках учений, да и в целом проводить учения на своей территории в рамках ОДКБ. Это о чем говорит? Что Россия теряет союзников или это в какой-то степени даже шантаж? Ну, то, что Россия, то есть союзники по отношению к Путину сейчас вообще неправильно даже говорить. Он же уже не политик. Он террорист, ну да, находящийся во главе государства. Ну, в конце концов, исламское государство, если бы получило клочок территории, оно тоже было бы государством. То есть в этом смысле, не знаю, то есть с моей точки зрения, он уже, условно говоря, не оппонент Белого дома, да, а оппонент ЦРУ. То есть это террорист, с которым надо как-то разбираться. Спецслужбам, вот, и, конечно, те люди или те государства, которые вот в этот момент, я в том, что произошло, был такой политик Путин, да. И вдруг он превратился в зверя, но пока он был политик, рядом была какая-то жизнь, да, знаете, как в фантастике, да, вот, и вот эти люди, которые были рядом, им надо принимать какие-то решения. Кто-то сразу среагировал, сказал, нет, мы... Кто-то постепенно. Вы знаете, я вот смотрю на моих там коллег. Ну вот сидел человек, он был директор театра. Вот он выполнял свою роль. Ну там вокруг была какая-то... Он там не нравилось ему, но он что-то делал. И он считал, что это его не касается. И вдруг в какой-то момент ему приходит письмо, что вот этих трех... артистов надо уволить, потому что они подписали письмо антивоенное. И вот в этот момент только он начинает думать, что он не просто теперь директор театра, а он подчиненный вот этого животного, вот этого агрессора. И он должен принять решение. Либо он скажет, ну, у меня нет другого выхода, подпишет, либо он уйдет из директоров театра или там еще как-то. То есть вот этот момент у разных людей в разное время. Дело в том, что вот я уехал в 2014 году, но в 99 году были люди, приезжавшие из Питера к нам с Борисом Немцовым, которые говорили, ни в коем случае, он так, ну, то есть они уже знали.
Соответственно, я просто хочу сказать, что разные люди в разное время понимают, куда они во что они вляпались, во что они попали и так далее, и так далее. 14-й для многих был рубежом, но, видимо, для Армении рубеж это сейчас произошел. То есть, и мы должны как бы понимать, что, собственно говоря, поражение Путина, он очень скоро будет одинок. То есть, другого выхода нет. Даже те, кто его использует, там Индия и Китай, да, они тоже найдут какую-то форму, чтобы публично полностью отмежеваться, а где-то там сбоку с черного крыльца покупать там дешевую нефть, уголь и таким образом, значит, конкурировать там со своей, уже с Европой, с Америкой, выполнять свои интересы. Поэтому надо завести какое-то табло и говорить: о, пожалуйста, Армения тоже. Но скоро будет одиночество. А вот вы сейчас уже видите этот процесс, если говорить про Индию и Китай. Например, представители Индии сегодня заявили о том, что они готовы, это важно очень, присоединиться к санкциям в отношении Российской Федерации по вот этому потолку нефти. Если эта нефть будет стоить на рынке там свыше 60 долларов. Сейчас тот же Уралс, российский сорт, он упал. 38 сейчас, да. Да. И Китай сегодня, опять же, обращаясь к расследованию журналистов Financial Times, они сообщают о том, что Путин, хотя все думали почему-то наоборот, не уведомил китайцев о том, что он планирует делать здесь, в Украине, 24 февраля. И, как пишут журналисты, со ссылкой на, значит, какие-то анонимные источники, которые, в свою очередь, общались с этими китайскими чиновниками, те выражают какую-то долю скептицизма, недоверия и так далее. Вот этот процесс, который уже начался, почему он настолько длителен, да? То есть почему на 11 месяце войны уже есть хоть какое-то понимание? Ну, вы знаете, на ваш ответ может быть только риторический ответ, да? То есть вот для тех людей, которые это поняли давно, знаете, я дружу с Гарри Каспаровым. Мы в 2018 году уже в Европарламенте объясняли, что надо срочно бороться с Путиным, что от него пойдет война, что никакого Северного потока и так далее, и так далее. Нас же не слышали. То есть почему? Ну, видимо, потому что так устроен вот этот политикум, да, что нужны доказательства. И, к сожалению, иногда вот доказательства такие кровавые. И я должен сказать, что сегодня все, ну, признают там героизм украинского народа и вклад Украины в будущее мира, именно потому что вопреки прогнозам это произошло. То есть он получил по морде, будем так говорить. Вот. И почему это происходит медленно? Конечно же, вот это превращение плохого, но человека, вот этого, да, тирана, но все-таки в животное, вот в это агрессивное, значит, оно произошло неожиданно. И все находятся в разных отношениях, сложных отношениях, да, там Китай конкурирует с Америкой. То есть и вот эта вот система координат не сразу поменялась. Не сразу все поняли, что кому интересно, да, там в Индии вначале выиграли те, которые сказали, просто радовались этому. Они видели в этом прямую экономическую выгоду. Дело в том, что санкции с Ираном, здесь очень важный такой нюанс. Санкции были достаточно грозные, прописаны, но за ними плохо следили, за их исполнением. То есть и все привыкли к тому, что санкции можно обходить. Вот иранское общество, значит, они все, что можно купить на Западе, все там есть, но только покупается вдвое дороже, все, что продается, вдвое дешевле. Впервые американцы специально начали следить за тем, чтобы санкции не обходились. И это как бы новость. И тогда, значит, индусы думают: ага, значит, это может и нас даже коснуться, если мы будем тем инструментом, с помощью которого Кремль обходит санкции. Вот. Они поумнели. Я думаю, что решительность Америки
напрямую связано с решительностью Украины. И вот это вот вместе, вот эти две решительности, они просто поменяли мир сегодня. Или меняют. Нет. Вы считаете, что медленно? Ну, с исторической точки зрения, мгновенно просто. Возможно. Марат, спасибо огромное. И вам благодарен за это интервью. До свидания. Всего самого хорошего. Слава Украине. Героям слава. Спасибо.